сегодня учимся определять размер своей цепи. Причем будем определять без всяких инструментов. Буду использовать линейку, ну или штангет. Первый шаг. Если у вас есть цепь и вы не знаете ее размера, то самое легкое — перейти в магазин и просто приложить так две цепочки. И они должны быть идентичны. То есть вот две цепи одинаковые по длине. Вот видите, прикладываю зубчики одинаковые по шагу. Ну, визуально вижу, что одинаковые по толщине. Предположим, если я возьму вот эту цепь, вот видите, видно, что длина уже не та. И самое важное — шаг. Я совмещаю одно нижнее звено. Вот видите, они не совпадают. То есть шаг уходит. Все, то есть по образцу подобрать цепь легко. Если возможности нет, то тогда уже с помощью инструментов пытаемся определить свои размеры. Самое первое, что делаем, это определяем шаг. Для этого берем линейку и меряем расстояние между тремя заклепками. Вот ставим 18 миллиметров. 18 миллиметров — это шаг 3/8. Вот цепочка другая. Прикладываю к центрам. Здесь 16 миллиметров. 16 миллиметров, 325 шаг. Точные размеры напишу по ссылке. Итак, первое. Определили шаг. Второй этап. Считаем количество звеньев. Для этого складываем цепочку пополам и считаем по два звена. Так вот мы пересчитываем. Здесь получится 25 звеньев. То есть эта цепочка на 50 звеньев. Если мы возьмем вот эту цепь, также сложим пополам, даже вот визуально вам, она будет меньше, они друг другу не подойдут. И здесь будет 45 звеньев. Здесь мы насчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 44 звена, еще плюс 1, 25 звеньев. Так. То есть вот у нас шаг вот этой цепочки. И третий показатель — это толщина звена. Самое легкое, конечно, здесь померить штангетом. Это будет точно. Здесь 1,3. И вот точно такая же цепь, положим. Видите, здесь гораздо толще, но вы точно не видите, здесь 1,5. Соответственно, вот эта толстая цепочка, она просто не сядет в паз шины. А положим вот эта цепь. Вот эта цепь. Здесь толщина паза 1,1. Если ее одеть в шину 3/8, то она будет болтаться. Поэтому самый легкий способ — это померить. Но у кого штангетов нет, смотрите линейкой, но будьте аккуратны. 0,02 навряд ли вы отличите. Вот я вижу, я подставляю по толщине, вижу, что это примерно 1,3. Здесь как будто вот миллиметр, поэтому 1,1. Вот это 1,5. Тут сразу толстый зуб. Здесь 1,5. Все, третий показатель — толщина. Все, мы получили
Ух ты, там ничего не видно. Мы получили три значения, с помощью которых можно выбрать цепь на любом сайте. Пользуйтесь и покупайте на здоровье. Всем пока.